храбро дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Бросил меня, племя, своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья? Они уедут, а я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Кракьет. Скорей. Джейсон! Уже уходишь? Деннис, я... Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я.
Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигранта в Штатах. Я работал механиком в гараже. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели... унизить меня, сына генерала Либерии! Меня унизить! Но я-то знаю, кто я такой. Цитра освободила меня. Она со мной. Желаю удачи, Джейсон, в твоей миссии. Да. Бутылка пустая. Еще одну, пожалуйста. Быстро. Ты в порядке? Ну да. Хорошо. Лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Лиза, отпусти его. Оля. Эй. Слушай. Хватит гундеть, потому что Оля остается здесь с доктором Мэ. Ты должен вернуться. Зачем? Ты знаешь, зачем. Сказать маме. Черт. Ладно, ладно. Я сделаю. Береги себя. Ладно? Ты тоже.
Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага. И уходи. Береги себя, ты в этом хорош. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис.